вот у этой великолепной пятерки симпатичных котят одна мама и один папа. Они все разные, потому что папу не выдерживали положенный перед случкой срок. Обычно котиков выдерживают месяц перед встречей с кошечкой. А в этом случае не стали выдерживать. Поэтому родилось столько разных очаровательных котят. Две сестренки похожи на маму. Один братик похож на бабушку. Вот эта девочка вообще ни на кого не похожа. Она трехцветная, приносит счастье. А вот рыжий кот, задом наперед. Очень добрый, ласковый, пушистый. Никогда никого не обижает. Очень любит руки. Очень мощные, большие лапы. Настоящий индеец. Вот такая вот семья. Лекса, сожрёшь камеру ведь.